8 дней в пути из Самары в Керчь. Несмотря на капризы погоды, к причалу Керченского торгового порта подошел круизный теплоход «Русь Великая». Почти 200 туристов с материковой части России теперь смогут познакомиться с достопримечательностями Керчи, Судака, Ялты, Бахчисарая. В прибрежном городе судно простоит чуть больше суток. За 15 дней круиза пассажиры также увидят Волгоград, Ейск, Ростов-на-Дону, Камышин и Балаково. Если ты просто куда-то приезжаешь, прошел там экскурсию тебе и так далее. А здесь ты плывешь, смотришь, берега, понимаешь, и так далее. Ну, конечно, очень интересно. Очень много впечатлений. У меня это первая поездка вообще в жизни на теплоходе. Сейчас надеемся поехать. Я вот, например, поеду в Судак, Новый Свет. Похожу по тропе Голицына. Посмотрю, замечательный простор крымский.